Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A42 включить параметры разработчика. Заходим в настройки. Далее. Сведения о телефоне. После чего нажимаем сведения о программном обеспечении и несколько раз нажимаем на номер сборки. Вводим наш пароль. Появляется надпись «Режим разработчика включен». После чего выходим, и в настройках появляется в самом низу новый пункт «Параметры разработчика». Как я говорю во всех видео, в этом меню есть очень много разных и интересных функций, но я советую вам их все включать лично свой страх и риск. Желательно перед тем, как включить ту или иную функцию, проверить либо в описании, что она делает, либо же прочитать в интернете, если в описании ничего не написано. Если вы хотите выключить данный режим, нажимаем на ползунок, выходим, и этот пункт даже пропадает из настроек. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!